Песни. Пусть звучат его стихи. В исполнении Высоцкого с экрана, а в исполнении артистов со сцены. Мы начинаем! Если я, как царь морской, крикнет вам мне молитвенный стук, неводной и над волной настой, я задумываясь выплесну. Я, честно говоря, никогда не меня спрашивали, никогда не задумывался, что бы он там делал 80 лет. Я не знаю, почему-то я твердо знал, что Высоцкий никогда до этого времени не доживет. Я глубоко убежден, что такие люди, как Есенин, как Гагарин, как Высоцкий, я просто их не могу представить, чтобы они умирали в собственной постели. И, собственно, сама жизнь каждого этого человека, каждого из подобных людей, это не горение, которое вековое, это даже не костер, который может годами поддерживать. Это вспышка, это взрыв, который, ну, не может длиться 80 лет. Сапогами не вытоптать душ.
дрожат на весу. Здесь птиц щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут белье на ветру. Пусть дождем опадает сирень. Все равно я отсюда тебя заберу.